В художественном училище имени Махарбека Туганова закончился учебный год. Защита дипломных работ учащихся 4 курса специальностей «Станковая живопись» и «Декоративно-прикладное искусство» прошло в здании Национальной библиотеки. В этом году 12 выпускников представили свои работы на суд профессиональных художников. Нарский эпос, отдаленные уголки Осетии и безграничный полет фантазии отразились на полотнах выпускников. Каждый показал свое видение мира, состояние души. Изобразив на главной героине платье, которое незримо превращается в шахматную доску, хочется сказать, шахматная доска подразумевает, что вся жизнь – это игра, а все мы в ней игроки. К этой композиции я приходил долго. Все началось с 3-го курса, где я выполнил композицию «Охотники». И она получалась настолько динамичной. И посоветовавшись с руководителем, мы пришли к решению, что раз у меня композиция была «Охотники», мы добавим детали и предположим с ним еще «Небожитель Авсаты». Мнения и советы от профессиональных художников, волнующая и завораживающая обстановка, а также прикованные к картинам взгляды создавали поистине торжественную обстановку. Очень шикарно, здорово, композиционный план, здорово. Движение идет вперед, останавливает вот саты, да? Очень хорошо найдено, вот этот ритм очень, мне очень нравится. Мероприятие посетили министр культуры Рада Дзагоева и ее заместитель Джульетта Дзиранова. Сармат Засеев поблагодарил их за помощь в организации мероприятия. Рада Дзагоева поблагодарила учителей и студентов за трудолюбие и терпение. Я высказала идею организовать выставку к очередной годовщине признания государственной независимости Республики Южная Осетия, которую мы ежегодно отмечаем 26 августа. Многие выпускники выразили желание продолжить учебу за пределами республики. Анна Гаева, Ренат Медоев, информационный выпуск сегодня.